за чистый город. Разделяю мусор. Что-нибудь из этого сделаем полезное. Весь пластик, который мы собирали весь сезон, мы увозим на Дивногорский завод полимеров. В нашем предприятии организовано в 2012 году переработанного материала, наверное, где-то в районе 120 тонн мы ежемесячно перерабатываем. Что касается изделий, то в среднем в районе 100 тонн в изделиях мы отгружаем именно продукции. У населения и предпринимателей города Дивногорска мы забираем бесплатно как услугу, тем самым мы экономим им бюджет. Мы с баскетбольной командой «Енисей» призываем вас сортировать мусор.